Всем доброе утро и начинаем новый влог со сборов ванной. Собираемся в школу. Сегодня понедельник и начинается новая учебная неделя. Ну и вот мой полноценный такой завтрак. Это киноа, яйцо, печень трески и пекинская капуста. Всем приятного аппетита! Ну что, идем в школу. У нас, кстати, чуть-чуть выпал снежок. Но не особо видно, но чуть-чуть он есть. И я этому просто безумно рада, потому что снег — это то, что я просто обожаю. И если снег, то у меня настроение поднимается на все 100, потому что зима. Это вообще просто мое любимое время года. Как я уже сказала, сегодня понедельник, а значит, у меня 8 уроков. Просто самое лучшее начало недели, я считаю. В школе, кстати, темно. Ну, я хочу сказать, что... Я чуть не упала. Перемену хожу, гуляю по школе, потому что очень скучно. Ребята, не поверите. Почему я выгляжу как бомж? Блин! Ну, ладно. В общем, я хотела сказать то, что у нас сегодня отменили 2 последних урока. Это курсы по подготовке к ЕГЭ по математике у меня сегодня. И у нас было всего лишь 6 уроков. Что может быть лучше? Я просто счастлива, и сейчас иду домой. Да, и у нас еще уже похолодало, поэтому у меня красный нос. Я вышла, у нас минусовая температура. Пока что как бы только минус 2, где-то минус 3, но все равно уже потихоньку хватает. Я чуть сосульку не превратилась, пока шла. Я просто сдувала этим холодным ветром. Я вся красная, потому что мне очень холодно. По-моему, пора переходить на куртку и начать носить колготки. 100%. Я думаю, что вы и без меня знаете, что сейчас тот самый период заболеваемости. Некоторые зарубежные лекарства уже не найдешь в России, а те, что есть, могут быть очень дорогими. И поэтому, чтобы оставаться здоровыми, я всегда пользуюсь антисептиками. Я взяла себе за привычку каждый раз, когда я прихожу домой, обрабатывать руки, обрабатывать свой телефон. Но, как вы знаете, антисептики очень сильно сушат руки. С этой проблемой я сама столкнулась, пока не нашла идеальный для себя вариант. Это антисептик Нанаргол, который не содержит спирта. Он не содержит неприятного запаха и не оставляет никакого цвета на поверхности. У него натуральный состав, поэтому им можно обрабатывать не только руки, но так и лицо. Призываю вас тоже не забывать обязательно пользоваться антисептиком. Я переоделась, к счастью, дома у нас тепло. И сейчас я, конечно, буду сразу начинать делать уроки. В этой четверти я в особенности хочу делать как можно больше уроков заранее. То есть сегодня я делаю уроки не только на завтра, но и также сделаю уроки, которые задались сегодня.
И тогда в остальные дни у меня будет чуточку больше времени, например, просто на то, чтобы отдохнуть, либо же как раз-таки посвятить это время себе. Я и до этого могла как-то заранее делать некоторые уроки, но сейчас я хочу именно это вести это на регулярную основу, чтобы каждый день хотя бы по чуть-чуть делать еще уроки на следующие дни. Сегодня у меня в целом день прошел довольно-таки хорошо в школе, все было довольно быстро, и в особенности без этих двух последних уроков, так что я пока не сильно устала. Открываю на компьютере YouTube, конечно же, потому что я не могу делать домашнюю работу без, например, YouTube. Мне так очень-очень скучно. Я сделала математику, и сейчас я буду делать презентацию по физкультуре. Да, по физкультуре мне нужно сделать презентацию. Ну что, я потренировалась, и вот сейчас мой ужин. Мясная капуста, брокколи, чечевица, мясо, это салат, айсберг, лучок и немножко зеленушки. Все, еде да еде, но у меня такой сейчас будет перекусик. У меня здесь творог с орешками, помело, урюк и чернослив. Время делать вечера. Я сделала уроки из тех, которые не на завтра. Я сделала только КП общество. Практически, но не совсем до конца сделала физику. Мне осталось решить одну задачу, но в целом, я думаю, это сделаю завтра. Я немного еще посмотрела фильм «Enola Holmes 2». Сейчас, наверное, буду читать книгу и уже затем ложиться спать. Поэтому хочу сказать всем большое спасибо за просмотр. Спасибо, что сегодня были со мной. На с вами была ваша Антонешка, и всем пока-пока.